Здравствуйте. Кислородный концентратор. У меня уже есть обзор на подобный аппарат. Но там я рассказал о его характеристиках, устройстве, предназначении без разборки. Данный аппарат производительностью от 2 до 9 литров. И по ощущениям начал выдавать значительно больший напор от изначального. Попробую включить. Что довольно некомфортно при использовании. Так как я им пользуюсь сам. И естественно, чем больше напор, тем меньше концентрация кислорода. Подозреваю, что дело в регуляторе. Попробуем разобраться. И посмотреть, что с этим можно сделать. И покажу его внутреннее устройство. Выключаем сетевую кнопку. Вынимаем шнур. И откручиваем все видимые шурупы на задней стенке. Отвертка крестообразная. Должна быть довольно длинная. Располовиниваем. Итак, видим здесь сверху блок питания, панель управления, регулятор механический. И сейчас для доступа к регулятору отсоединю трубки. Итак, состоит он из компрессора, который находится под этим кожухом, охлаждения компрессора, и основной узел — это так называемое молекулярное сито, которое воздух разделяет на азот и кислород. Кислород поступает в систему,
а азот стравливается в атмосферу. Далее буду разбирать регулятор. Ручка сидит очень плотно. Возможно, наклею, чтобы не сломать. Попробую разобрать, не снимая ее с панели. Раскрутив здесь. Снял декоративный элемент. Винтика под ним нет. Скорее всего, без повреждений ручку снять не получится. Тут стоит металлическая втулка. Видны штифты, и она посажена на клей. Разобрал с обратной стороны, никаких поломок не обнаружил. Попробую собрать обратно, возможно, переборка поможет. Переборка помогла. Поток значительно уменьшился, пришел в норму. Хорошо было бы измерить содержание кислорода на выходе, но для этого нужен специальный прибор. Встроенного датчика содержания кислорода тут нет. Хотя в некоторых моделях пишется процентное содержание кислорода на выходе, но это расчетные характеристики. Осталось поставить хомутики, собрать. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.